Эффектно, эффектно. Да, спасибо большое. Ну, это гимн, просто такая вертикаль духа в ней есть. Сегодня, чувствуя вот эту опасность мировую, вот этих стандартов, вот этого фашизма, который расползается по Европе, конечно же, все хотят объединиться под крыло России. Ребят, настает момент истины, надо определяться. Или вы на стороне добра, или на стороне зла. Где там добро, а где зло? Откуда у вас уверенность? Мой дорогой, я руководствуюсь умными книгами и общаюсь с очень мудрыми и добрыми людьми. В Новороссии апологеты основные – это Безлер, Стрелков, Бородай, Губарев. С кем вы из них приятельствуете, общаетесь? А вдруг вы шпион? Нет. Ну откуда я знаю? Все вам надо знать. Не скажу.